Быстрый подогреватель для детских бутылочек с автоматическим отключением. В этом видео мы рассмотрим подогреватель Miniland Warmy Digi. Вместе с прибором в комплектацию входит корзина для подогрева, мерный стакан, очищающая салфетка и пользовательская документация. Прибор предназначен для подогрева детских бутылочек. Корпус подогревателя выполнен из пластика в белом цвете. Его размер 14 на 31 см. Такой не займет много места на кухне. Спереди на корпусе находится панель управления. Она состоит из дисплея, трех кнопок и двух индикаторов. Кнопки отвечают за включение, уменьшение и увеличение времени нагрева. На цифровом дисплее всегда видно, сколько минут осталось до конца нагрева. Благодаря мощности в 400 Вт прибор подогреет бутылочку с молоком всего за 3 минуты. Пользоваться прибором просто. Нужно поставить бутылочку в подогреватель, залить в него воду до уровня молока в бутылочке, нажать кнопку включения, установить нужное время и еще раз нажать кнопку. После этого индикатор загорится зеленым цветом, означая, что молоко нагревается. Время подогрева зависит от количества молока и его исходной температуры. Для удобства использования в инструкции есть таблица с рекомендациями. После завершения подогрева прибор издаст звуковой сигнал и автоматически отключится. Для продолжительной и эффективной работы необходимо регулярно проводить очистку подогревателя от накипи. Производитель рекомендует использовать для этого раствор белого уксуса или лимонной кислоты. Кольцо-переходник, держатели и мерный стаканчик можно мыть губкой с мылом или водой, либо на верхней полке посудомоечной машины. Подведем итог. Подогреватель Miniland Warmy Digi станет хорошим помощником в кормлении малыша. Он быстро подогреет молоко в бутылочке и не займет много места на кухне.